Прохождение Half-Life, различные хоррор-игры и также Garry's Mod и многое другое вы сможете найти на канале Eugene Studio. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию с рубрикой без модов, ребята. Все мы любим эту рубрику, поэтому, если вы ждали, если вы хотите узнать, что мы будем делать в этой серии мы будем проводить некоторые эксперименты над животными, ребята. Поэтому, если вы хотите видеть новое видео как можно быстрее, даже если через 2 часа мы сможем набрать 2500 лайков, значит через 2 часа выйдет новое видео, ребята. Не поленитесь, поставьте лайк, потому что каждый лайк для меня важен. И все мы дружно набираем 2500 лайков, сразу выходит новое видео, я вам даю свое слово. Также, ребята, я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я буду очень сильно рад, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк, на подписку. Ребята, за это я вас всех расцелую, пожму вам руку и также выпущу новое видео как можно быстрее, потому что вы будете этого заслуживать. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы начинаем видео в таком прекрасном городе, где, как ни странно, сегодня мы будем заниматься фермерством. Да, потому что сегодня мы будем заниматься этими милыми животными. Нет, ребята, в этой серии мы не будем никого убивать, в этой серии мы, наоборот, будем превращать животных в более реалистичных. То есть, сейчас мы играем на версии 1.9. Кто не знает, это новая версия Майнкрафта, которая вышла совсем недавно. Не смотрите, что я такой, ребята, красный. Я сегодня работал целый день на солнце, и тут... Тут хоть, в принципе, зима только закончилась и началась весна, но тут уже около... до хрена так градусов, потому что, ребята, кто не знает, я уже много раз горел, я живу в Португалии. Тут так жарко, то что можно с ума сойти. Вот сегодня я провел целый день на солнце, просто посмотрите разницу, какая у меня рука и какая у меня... какое у меня лицо, потому что я реально то ли сгорел, то ли фиг его знает. Ну ладно, не суть, просто чтобы вы не удивлялись, вот... Что Эдисон такой красный, не знаю. Но все же, ребята, помимо этого, мы сегодня действительно будем рассматривать животных, как их сделать намного реалистичнее в Майнкрафте. То есть их нужно будет кормить, они будут голодать, как их продавать какому-то другому человеку, чтобы он нам давал баблону. И мы просто-просто копили вот эту баблону. Но, ребята, об этом чуть позже, потому что в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок, ребята. Я уже много раз говорил, бегите за маминым телефоном, делайте фотографии, делайте скриншоты, запоминайте, записывайте, но больше никогда меня не спрашивайте, как выдать себе командный блок, потому что сейчас на экране я показываю вам, как выдать командный блок. Все, что вам нужно, это просто прописать вот эту команду, которая сейчас находится на ваших экранах. Прописываем, нам выдается командный блок. Чтобы он работал, вам нужно открыть мир для сети, потому что есть даже уже такие жалобы, мол, Эдисон, я выдал себе командный блок, но он не работает. Он, в принципе, вы даже не можете его себе выдать, если у вас не открыт мир для сети. Поэтому, ребята, это уже такая штучка. Но все же, ребята, мы прописываем сюда команду, которая уже находится в описании. Заходите, копируйте. Я никогда, ребята, не выставляю команды после каких-то там лайков. Допустим, если мы там набираем столько-то то лайков, то выходит новая, вот это выходит команда, как, в принципе, делают многие ютуберы. Нет, ребята, я нахожу, я сразу выкладываю вас в описании, поэтому заходите, копируйте. Тут мы прописываем always active, то есть всегда активный для того, чтобы команда работала без активации каким-то либо предметом, там, кнопкой, редстоун блоком и многим другим. Вот смотрите, ребята, если у вас появилась вот такая махина, которая скушала пол нашего дерева, значит команда была успешно активирована. Здесь вы можете уничтожить эту команду, если она вам надоела, и вы просто-напросто не хотите ею пользоваться. Но! Перед тем, как начать, приступить точнее, вам нужно прописать в чат вот эту команду set world spawn. Это для того, чтобы вот эта махина работала в любой точке вашего мира, никогда не выключалась и никогда не лагала. Да, ребята, ну сейчас мы будем приступать. Что мы будем делать с нашими животными? После того, как вы установили вот эту команду, вы видите, ребята, то, что животные сверкают задницы звездами. Но что это означает? Сейчас, после установки вот этой команды, наши животные могут голодать. То есть, они будут голодать, вам нужно их кормить. Все, уже это не обычный Майнкрафт, это не ванильный Майнкрафт, это полухардкорный Майнкрафт, потому что сейчас вам нужно следить за вашими животными. Если они будут голодать,
у них будет с задницы вылетать куча дыма, выпускаться куча дыма, ну, дыма с Майнкрафта, потому что это будет означать то, что ваши животные голодны, да, и вам нужно их покормить. Если вы не будете их кормить, то это означает то, что через некоторое время ваши животные умрут. Это для любителей фермерства, для любителей животноводства. И, в принципе, ребята, это намного разукрасит ваш Майнкрафт и сделает не жителей, а животных жителей. Хотя жители и так животные, носатые. Но все же, ребята, это сделает ваших животных намного реалистичнее. И сейчас вам нужно их кормить. Чем кормить, как кормить и что для этого нужно? Как вы видите, овечки могут пожирать землю, вот землю, обычную землю, только не грязь, а землю. Вы видите то, что они ходят, они кушают, значит, вам не нужно их кормить, потому что овечки кушают травичку. Также овечки могут кушать сток сена. Вам нужно просто поставить сток сена, и когда они будут очень голодны, они сюда подойдут и просто-напросто захомячат вот этот весь сток сена. Но сейчас вы прямо на своих глазах видели то, что эта белая овечка скушала вот этот блок земли. Дальше. Что мы будем делать дальше? Коровушки. Коровушки, ребята, питаются только сеном. Когда они будут очень голодны, они сюда просто подойдут и захомячат вот этот полностью весь блок. Потому что этот блок даже пропадет у нас на глазах. Но это нужно немного подождать, потому что мы только что установили команду. И наши животные еще пока что не успели проголодаться, за исключением вот этих ненасытных овечек, которые уже скушали 3 земленки. Хоть это, в принципе, не так-то много. Но все же, ребята, мы разобрались, что делают овечки, что делают коровы, как они питаются. Сейчас поросята. Как питаются поросята? Вам нужно кормить их морковкой. То есть, ребята, ну, как видите, сейчас они еще не очень голодны, потому что сейчас это обычное спаривание. Ну, как вы, в принципе, спариваете свинюшек в обычном ванильном Майнкрафте. Но это они не голодны. Когда они будут голодны, то вам нужно будет... Да уйди ты, маленькая срака! Я понимаю то, что вы любите морковку, но все же, когда они будут голодны, вам нужно будет... Да уйди ты вы нафиг! Вам нужно будет выкинуть. Вы видите, ребята, сейчас они проголодались. И нам не нужно их больше кормить с руки. Когда они будут... Когда у них жрачка наступит посередине ночи, то вам нужно просто-напросто выкинуть морковку на землю, и тогда они ее автоматически подберут и просто-напросто будут сыты, да. С этими причудами мы разобрались. Теперь мы будем приступать к курочкам. Что им нужно скармливать, когда они будут голодны? Ну, это, в принципе, обычно это семена. Семена, ребята... И это все круто, давайте возьмем немного побольше, вот так. Нам не нужно им давать в руки, нам нужно выкинуть на землю. Вы еще голодны? Нет, вот эти уже нет. Вот эти да, и вот эти да. Если бы мы им не скормили вот эти семена, то через день, через два наши курятины бы умерли, потому что они бы проголодались до смерти. Да, ребята, будем следить, если у нас тут, конечно, сможет пропасть хотя бы один блок вот этой, вот этого сена. Будем надеяться, то, что наши коровушки проголодаются. Будем на это надеяться. Сейчас, ребят, кто-то там что-то скушал? Или мне показалось? Наверное, мне что-то показалось, но я слышал какой-то звук. Может, курица выкакала яичко? Наверное, да. Наверное. Ну, ребята, сейчас мы будем приступать к нашим любимым волчонкам. На тебе. И нашим любимым оцелотикам. На тебе. Но, ой, сидеть. Куда побежал? Сидеть. А для того, чтобы кормить наших волчонков, наших псов, называйте как угодно, вам нужно в первую очередь их приручить. Без приручения они не будут кормиться. Да, они будут считать ваш, ну, недружелюбным, да, и все. Чем кормить животных? Конечно же, ребята, сырой поросятиной. Вам нужно выкинуть на землю... Вам нужно выкинуть сырую поросятину на землю и по... Ух ты ж нафиг, как ты проголодался, прям двойная порция. И вот видите, ребята, то, что они скушали и больше не голодны. Да, все, я могу забирать, руку не откусишь. Замечательно. Сейчас, ребят... Ах, паскуды! Я вас, значит, кормлю, а вы моего оцелота убиваете! Никакой хавки ближайшую неделю! Уходите, зараза! Все! Я обиделся, я больше их кормить не буду. Вот паскуды, я им хавчик даю, а они моего котенка убивают. Все, так дела не пойдут, ребята. Кто согласен, то пишите в комментарии то, что так дела не пойдут. Потому что нельзя убивать бедных оцелотиков. Но, ребята, хотя, в принципе, они сейчас не будут голодны, потому что я их только заспавнил. Значит, немного подождем. Хотя, знаете что, оцелотики, что они делают? Они такие же, как и псы.
Хоть это, в принципе, две разные вещи, да, там кот и пес, но все же, ребята, чем питаются оцелоти? Конечно же, рыбкой. То есть, когда они будут... Что за хаты? А вы откуда тут появились, а? Ох, вы кровожадные! Смотрите, охренеть просто! Ах, я от вас отказываюсь. Я отказываюсь от вас, псов. Вы какие-то манечины нахрен! Манечины нахрен! Как они ты пыхнулись? Я понимаю то, что вы приручены, но все же, я очень это понимаю, но не трогайте моих оцелотиков. Ребята, когда оцелотики проголодаются, вам нужно выкинуть на землю рыбку, и они ее скушают. Так же, как и псам вы выкидываете мясо, так же на землю вы выкидываете рыбку, и оцелотики хавают. Но, как видите, они сейчас не голодны, потому что я заставил новых оцелотов. Потому что старых загрызли псы, и это не очень хорошо. Я, ребята, на вас обиделся. Вот вы три чукчи, я на вас обиделся. Ребята, включим день, замечательно. Что еще осталось? В принципе, больше ничего. Ну, Лошадки остались, и лошадки могут быть голодны, и они могут кушать, как видите, и травичку. Они тоже уже покушали травичку, как и наши овечки. Но если не будут очень-очень-очень-очень голодны, то они будут кушать пшеницу. Пшеницу они... Да! Я сам запутался, я вас запутал. Уйди, пожалуйста, вот так. Они не будут кушать сено. Я не знаю почему, но сено они не будут кушать. А знаете, что они будут кушать? Они будут кушать пшеницу. Я уже проговорился. И действительно, ребята, они будут кушать пшеницу. Вам нужно выкинуть пшеницу на землю. Как видите, появляются сердечки прям со спины. И это значит то, что вы накормили ваших лошадей. Какая двойная доза? Значит, ребята, двойная доза. Замечательно. Ну, в принципе, после установки вот этой команды, вот эти стоги сена уже не будут бесполезными, потому что когда, как я уже сказал, наши коровки, наши овечки проголодаются, они смогут скушать вот эти стоги сена. И мне кажется, то, что лошадки не могут их кушать, они кушают только пшеницу, когда они будут голодны. И для того, чтобы... Не кушай его задницу, уйди. Для того, чтобы кормить наших лошадок, вам также в первую очередь нужно их приручить, так же, как и мы сделали с нашими псами кровожадными, которые убивают несчастных оцелотов. Но, ребята, сейчас мы перейдем к самой интересной части. Что мы будем делать? Мы заспавним носатого. Носатый, приди сюда. И для того, чтобы превратить носатого в скупщика животных, нам нужно взять одну золотую морковку, где наша золотая морковка, и один хей, вот так, и один сток сена. Мы выкидываем морковку ему под ноги, и выкидываем также сток сена под ноги. Как вы видите, это обычный трейдер. У него ничего не поменялось, самые ужасные трейды в мире, как это обычно бывает. 12 кожи за 1 изумруд, и 3 изумруда за... Что это за логика? 12 кожи за 1 изумруд и 3 изумруда за... За 1 кожаные поножи. То есть эти 12 кожи вы можете сделать себе... Короче, логику этих носатых никто никогда не понимал. Носатый, следуй за мной. Тут для тебя я приготовил животных. Иди сюда. Иди сюда, носатый. Носатый, под... Ах, ты ж нахрен, ну под... Иди туда, а? Я сейчас тебя просто-напросто пну в нос, вот, еще раз. Если он не хочет обычным путем идти, значит мы его допинаем, если он, конечно, не умрет. Замечательно, сейчас ломаем заборчик, носатый, все в твоих руках. Потому что если мы толкнем носатого в зону, фермерскую зону, иди туда, закрываем дверь, и все, ребята, все, животным приступил пипец. Потому что Animal Trader, вы уже видели, как мы его создаем. Нужно одну золотую морковку и нужен один сток сена. После того, как вы создадите вот этого Animal Trader, он будет скупать ваших животных. Да, он будет, ребята, их скупать. Я надеюсь, что сейчас у него есть бабло при себе, и он скупит наших животных. Я надеюсь. Вот, он скупил нашу овечку и дал нам 6 изумрудов. 6 изумрудов за одну накормленную овечку. Разводите фермы, заводите... Все! Вы полюбили этого носатого, он, если честно, скотина полная, да, курочка? Но бабло он дает хорошее. Я не знаю, купит ли он курочку. Купит! Конечно, он купит курочку, куда он денется? Носатый, за мной, носатый, сюда. Опа! На поносу длинному. Во-о-о-о! Прям всех сразу скупил.
Первую комнату мы очистили. Сейчас во вторую. Давай, двигайся. Я надеюсь, что у тебя еще много жизни, и то, что ты не умрешь в скором времени. Надеемся. Иди сюда. Во! Во! Мелкого поросятку не трогать. Он наш. Он наш. Опа-на. А, скупил. Скупил, зараза. Еще бы вот этого ты скупил. Да, замечательно. Коровушка, иди к нашему скупщику. Оп. Во! Коровушка. Носатый. Ты какой-то стеснительный, носатый. Вот, замечательно. Изумрудики, изумрудики, изумрудики забираем. Ну, вы, в принципе, ребята, поняли, в чем заключается смысл вот этого носатого. После создания он может покупать ваших животных. Именно накормленных животных. Вам нужно создать их, вам нужно, ну... Или сначала спарить животных, потом их накормить, немного подержать у себя в загоне. И только после этого вы сможете их продать нашему носатому стеснительному скупчику. И как видите, немного труда, пару коровок, пару поросят, пару куриц и пару овечек нам принесли почти стак изумрудов. И это офигеть как много, да, ребята? Поэтому это офигенная команда, которая разнообразит ваши серые будни в Майнкрафте. В принципе, добавит много чего нового, и вы уже не будете забывать о несчастных животных, которых никогда никто не кормил, да, только для спаривания. Сейчас вам нужно будет за ними следить, как за собственными животными в вашем доме. Ну, в вашем доме, вряд ли вы, конечно, держите в доме корову и там поросята. Но все же, ребята, вы держите, наверное, не знаю, псов, щенков и также котиков. Ребят, я не знаю, вы знаете что, давайте мы сейчас поделимся все в комментарии. Сразу бегите в комментарии и пишите, какое домашнее животное у вас есть. Я с вами поделюсь, то, что когда я жил на Украине, у меня был кот. Был, и он до сих пор живет. Ему 18 лет. Да. Мне 20 лет, моему коту 18 лет, и он до сих пор живет на Украине. Он на 2 года меньше, чем я. Ребята, сколько вам лет и сколько лет моему коту? Но все же, 18 лет, и сейчас, ребята, вот тут, где я живу, в Португалии, у меня есть пес. Ему 2 года, он такой, всякий такой. Это она. И, ребята, если вы не знаете, как выглядит мой пес, у меня ВКонтакте есть много фоток. Заходите, добавляйте меня в друзья, если, конечно, будет место в друзьях. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я там выкладываю много новостей, ребята. Заходите, смотрите, там будут фотки и меня, и моего домашнего питомца, и многое другое, ребята. Поэтому сразу бегите в комментарии, пишите, какой у вас любимый домашний питомец. Или кот, или еще кто-то. И что самое главное, ребята, напишите, какое имя. Я поделюсь, моего кота зовут Тоша, а моего пса, это она, зовут Люся. Да, поэтому, ребята, пишите в комментарии, какой у вас есть домашний питомец и как его зовут, мне реально будет интересно посмотреть. Может, у вас есть попугай, может, у вас есть, я не знаю, какая-то другая птица. Может, у вас есть тиранозавр, хрен его знает, может, удав какой-то. Ребята, пишите, мне реально будет интересно. Но на этом, к сожалению, мы будем заканчивать яйцо вам в рыло. Не вам, а вот, вот кому яйцо в рыло. Вот, тебе яйцо в рыло и тебе яйцо в рыло. Ребята, согласитесь, то, что они заслужили. Я их накормил, они убили наших незащищенных оцелотов. Они очень плохо поступили, поэтому, ребята, они будут наказаны. После того, как я закончу эту серию, они будут наказаны. Да, неделю без хавчика, я уже сказал. Уйдите, я с вами не дружу. Не-не-не-не-не, песики, уйдите. Вот так, замечательно. Ребята, нам уже пора заканчивать эту серию, а то оцелоты уже тут начали беситься. Я буду... Не очень хорошее время для дождя. Ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Чем быстрее наберем 35 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Да, я вам обещаю, ребята, если мы через 2 часа сможем, через 2, 3, 4, 5 часов сможем набрать 2500 лайков, если мы, конечно, это сможем, я вам даю свое слово, то, что я сразу выпускаю новое видео, ребята, сразу, поэтому не забываем ставьте лайки, мне действительно будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал, я, ребята, с вами общаюсь, я отвечаю на ваши вопросы, я вас очень сильно люблю, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что вам нужно, это потратить на меня всего лишь 2 секунды. Лайк, чтобы поставить, лайк, нет, 1 секунду, чтобы поставить лайк этому видео, и 1 секунду, чтобы подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Также, как я уже сказал, заходите в мою группу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья, пишите в комментарии ответы на вопросы, которые я вам задал в этой серии, какой у вас любимый домашний питомец и как его зовут. И, в принципе, ребята, что я еще могу сказать? Скопируйте эту команду, вставляйте ее в ваш ванильный мир Майнкрафта на версию 1.9 и пользуйтесь ею на здоровье.
Я скажу большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реально молодцы, вы не перемотали, вы не выключили. Кто досмотрел, тот заслуживает большого уважения, честное слово. Приходите на мой канал каждый день, видео выходят каждый день, я каждый день, третий раз уже повторяю, буду рад вас видеть на просмотре новых видео. Ребята, это будет очень круто, если вы не постесняетесь и придете посмотреть мои новые видео. Ребята, я еще скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.